Еще раз. Когда мы два предложения вместе складываем, в целом получается что? Период. Период. Запомните слово. Если предложение одинаковое, то период повторного строения. Или можно проще еще говорить, повторный период. Если предложения разные, и все, это будет что? Какой период? Вот слушать надо. Не повторного строения. Если одинаковые, период повторного строения. Теперь я буду постоянно вас спрашивать. Какая форма, мы будем говорить, музыкальная форма? Форма это значит, вот вы думаете, сколько предложений, как они соотносятся. Предложения делятся на что? На фразы. На фразы. Фразы иногда делятся на мотивы. Мотив это один такт, фраза два такта. Предложение сколько? Четыре. Период сколько? Восемь.